Порой взлетают чувства, как на крыльях. Прекрасна жизнь и легкость на душе. Уходит прочь ныне и бессилие, как будто кто-то помолился обо мне. Желаю всем любви, надежды, веры. Плохого не таю в самом себе. Любовь переполняя через меру, как будто кто-то помолился обо мне. И так весь день в руках кипит работа, невольно песня бродит в голове, и на дворе прекрасная погода, как будто кто-то помолился обо мне. И часто мы не придаем значения, что есть такие люди на земле, которые с любовью и смирением взывают о тебе и обо мне. И вы, друзья, наверное, замечали благословение Божие в трудный час, но и тогда, возможно, вы не знали, что кто-то где-то молится о вас. Дай Бог им долгих лет счастливой жизни, всем тем, кто может меж проблем своих найти немного времени для искренней молитвы и в той молитве вспомнить о других. Вот такое красивое стихотворение, автор неизвестен. И действительно, давайте задумаемся, сколько раз по жизни бывало, что где-то что-то как-то с нами происходило, случалось. Мы потом встречались с родителями или с друзьями, и они говорили, или мама, или там отец, я молился за тебя. То есть есть люди, которые молятся за нас и желают нам всего хорошего, доброго, чтобы где-то что-то как-то разрешилось в нашу пользу, в хорошую пользу. Поэтому это нельзя недооценивать. То есть если будут какие-то ситуации сложные в жизни и что-то где-то разрешится, или всегда думаете, что кто-то постоянно молится о вас, например, ваша мать, ваш отец, ваши родные, там, братья, сестры, знакомые вам людям и незнакомые вам люди. Потому что сегодня на земле очень много горя, очень много проблем. И вот эта молитва праведников, она придает силы каждому человеку. Вот такое интересное видео. Заходи на следующее видео. У меня есть самые различные темы. Если есть желание, подпишись на канал. Буду тебе очень благодарен. А сейчас желаю вам всего самого наилучшего. Будьте здоровы физически, духовно и психически тоже в этом тяжелом, таком неуравновешенном мире. Пока-пока.